Получается, после зимы самые грязные места, на ваш взгляд, в городе, в районе? Ребят, я из Коломны сам, я не местный. Честно сказать, грязноватенький. Коломна у нас гораздо чище. Вот перед вами. Далеко ходить не надо. Мне кажется, везде равномерно. Такой чистый город, такой приятный, а сейчас какая-то помойка, извините. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, наверное, главный символ Ленинского района, находится на самом въезде в район. Взгляд Ильича устремлен на город Видное, но сегодня, кажется, он смотрит сукоризной. Мечтая о светлом будущем народа, мог ли подумать Ильич, что его памятник будет утопать в мусоре и отходах жизнедеятельности? У подножия монумента еще сносно, хотя даже за одну пивную бутылку или пакет из-под сока как-то неловко перед вождем пролетариата. Но самому Ленину с его 20-метровой высоты видно гораздо больше. На этом участке Каширского шоссе специально сделан заездной карман для того, чтобы удобно было припарковаться. Ведь сюда традиционно приезжают свадьбы, а также просто те, кто любит историю нашей страны. Но также здесь удобно остановиться для того, чтобы просто взять и выбросить мусор, что многие люди и делают. И если у самого памятника местные власти еще как-то борются за чистоту, то Каширское шоссе – федеральная трасса. И наводить порядок на этом участке – забота МОСАвтодора, отделение которого находится в городском округе Домодедово. Тысячи машин ежедневно несутся в обе стороны по Каширке. Наш район для автомобилистов часто всего лишь часть пути до пункта назначения с возможностью сделать остановку. И очень горько понимать, что люди позволяют оставлять после себя такие следы. В этом году исполняется 35 лет с момента основания памятника. Но чем не юбилей, так, может быть, стоит навести здесь порядок? Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.